В оздоровительном лагере «Чайка» прошла церемония открытия стелы воинской славы. По случаю этого события в лагерь приехали участники специальной военной операции, член регионального отделения Союза десантников России, юнармейцы. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Одним из центральных событий третьей смены в лагере «Чайка» стало открытие стелы воинской славы памяти павших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Эта связь должна сохраняться веками. Из поколения в поколение. Сегодня со мной и ветераны Афганистана, и участники войны в Чечне, и участники специальной военной операции. И сегодня мы вместе с ребятишками, с маленькими, сделали вот такое огромное дело. Открыли мемориальный комплекс. В торжественной церемонии приняли участие все отдыхающие в «Чайке». В числе приглашенных гостей – ребята из военно-патриотического клуба «Сириус», которые демонстрировали школьникам военное снаряжение и оружие. Вся моя семья состоит из военных. Я хочу идти по стопам своего отца и матери. Бойцы СВО, в том числе и современное поколение, также чтит память о героях. Получается, что мы встаем как раз-таки с оружием на защиту данного памятника. Встаем в пост номер один. Специально для церемонии открытия стелы силами отдыхающих и вожатых была подготовлена концертная программа, танцевальные и вокальные номера. Эта стела будет в лагере «Чайка» используется во всех патриотических мероприятиях, на всех днях и единых действий. Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. По окончании церемонии открытия стелы воинской памяти все участники сфотографировались на память о прошедшем мероприятии.